новом парке Малевича продолжаются работы по благоустройству, но для прогулок и лыжных тренировок парк открыт. У гостей есть возможность опробовать новые трассы – 1,5, 3 и 6 километров. Все три лыжни парка подготовлены ратраком и постоянно поддерживаются в рабочем состоянии. Они подойдут как для любителей, так и для детей начального уровня подготовки. На всех трех маршрутах в темное время суток работает освещение. Также есть возможность взять лыжи на прокат.